Доброе утро, мои котики. У нас дождь. 17 градусов. Хорошо, не жарко, не холодно. Ветра нет. И, ну, в кофте комфортно. Но я же, как обычно, без зонта. Зонта у меня нет. Вот я Польку привела, намокла. Забрала мне зонт. Иду в Долораму, посмотрю себе зонт. Сереге гляну. Что-то еще там хотела посмотреть. Ну, в общем. Спал Сережа. Вчера пришел с работы, там посидел чуть-чуть. Мы пошли около 7 часов на площадку, где-то без 27. Он лег отдыхать. Вот, и мы пришли, он лежал. Может, как бы дремал, но как бы спал. Проснулся сегодня утром раньше меня. Я смотрю, что вроде как поменьше щека у него стала. Слава богу, я надеюсь, все-таки, что поможет. Пьет антибиотики в 6 вечера, в 6 утра, 2 раза в сутки. Другие уже. Вот, доктор ему обезболивающее назначил. Говорит, я решил взять. Говорит, мало ли в следующий раз, что будет болеть, чтобы не лезть на стену, как в эти выходные. Говорит, пусть будет дома обезболивающее. Таблетки какие-то такие сильные, которые по рецепту продаются только. Вот. Ну, и все. Мы вчера гуляли на площадке, там еще наша подружка приехала, которая здесь во французской школе, мы гуляли с ними, вот, тоже Поля с ними играла. Тоже ж не могла ее опять забрать с площадки, но мы уехали автобусом в 8:30. Утром я ее, конечно, за ноги стаскивала, в буквальном смысле слова. Так, один приехал, второй, где там третий стоит, ага, окей, так, перехожу, во. Поэтому сложно, конечно, вставать, погулять хочется, особенно с детками там побегать. Даже не то, что там в школе 2 часа только дома сидеть. Вот, ну, в общем, я надеюсь, что еще чуть-чуть и закончится школа. Мы чуть-чуть отоспимся, нагуляемся на площадке в июле. Может же потом 17 числа у Поли будет лагерь, до 17 мы выспимся. Вот, а лагерь, правда, на 9 утра. И ехать туда, ну, короче, надо выезжать в 8. Мы тут встаем, блин, еле-еле в 8, а там надо выезжать в 8, чтобы успеть доехать и дойти. Вот, ну, посмотрим. Там лагерь на целый день, если нас возьмут. Может быть, она там убегается за целый день и на площадку не будем ходить. В общем, не знаю. Не буду загадывать, как будет, так и будет. Вот. Пошла я на остановку, потому что у меня сейчас по дороге тут машина обрызгает, потому что мне надо переходить на ту сторону. Я не знаю, как я пойду. В общем, увидимся, когда увидимся. Пока-пока. Купила себе зонт. Промочила ноги. Мокрые у меня кроссовки, носки. Купила зонт за 4 доллара. Там были за 3. Черный, такой печальный. Мне кажется, на него расплюнешь, и он... Фламинго. Вон черная ручка. Ну, хотелось мне черную ручку, трость. Он такой вроде. Он большой, нормальный. Потому что там были красные за 3 доллара, черные. Ну, такие, которые складываются, можно там типа в сумку положить, не трость. Но мне кажется, на них расплюнь и зонтик у Габели, потому что он там, конечно, печальный. Были такие прозрачные с оранжевыми листьями, были прозрачные с зелеными листьями, зеленой ручкой, оранжевая ручка, но мне как бы не очень хотелось. Были какие-то с голубой ручкой, с черной были с машинками, ну, вот эти вот фламинго вроде самые такие, не самые страшные, черная ручка вроде как бы ничего, но опять-таки 4,50, по-моему, или 4,75, или 4,25, ну, что-то 4 с копейками. Как бы не самая большая цена, идти куда-то в другой магазин я уже не хотела, потому что дождь такой был сильный. И лужи были большие на дороге, что я там, я же говорю, там пособирала себе в кроссовке воду. Вот. Сейчас покушаю, еще сделала себе кофе, потому что замерзла. Пока ждала, 13 минут ждала автобус на остановке. Вот. Сделала сейчас себе кофеечку, погреюсь. Чуть-чуть почитаю газетки всякие разные. Вот. Ну и все, купила варенье апельсиновое про запас. Буду кофейничать.
Вот. Может, еще что поснимаю, не знаю. Как бы уже приехала такое. У нас на районе, в принципе, дождь почти закончился. А вот там, на Осборне, был такой достаточно сильный дождь. Вот, не знаю, пойдем на площадку или нет. Если, в принципе, дождь сейчас прекратится, то часам к 6 должно все высохнуть, по идее. Должно все высохнуть, можно сходить погулять. Ну, посмотрим. В общем, снова пока-пока. Может, еще что поснимаю. Серега придет, там посмотрю, что он, как он, расскажу. Пока. Вот, уже практически, видите, сухо. Какой был дождь, какие были лужи, я поназревала сверху в кроссовках воду. А уже практически вот, ну, там где-то там есть вода, но уже высыхает. Вон там дорога с сухими просветами. Вон. Вот лужи. Ой, белочки. Белочки, белочки. Вот одна замерла, поскакала. Белочки. А вон вторая выглядывает. А вон она, белочка. И вон выглядывает. Красотки. Красотки. Вы красотки. Такие белочки. Побежала, то опоздываю. Вот, и вот мы здесь шли, прям, ну, были лужи. А сейчас сухой асфальт высыхает. Может, еще потеплее будет, вроде как 22 градуса должно быть еще сегодня. Может, даже сможем сходить на площадку, побегать с детками. Там впереди школа. В общем, приоритет стоит. В общем, побежала я. До новых встреч. Вот полечки на джинсы. Пройди чуть-чуть вперед, которые мы за $3 в Walmart купили. Покажи пояс. Они на этом, на резинке. Они вот здесь на змейке, здесь на пуговичке. Вот. На кнопке. На кнопке. И вот такие штуки. Не давят тебе нормально? Хорошо. Нет. Иди. Джазмен, бай! Бай, Джазмен, бай. Подружку, провели подружку. Вот такие штанцы. Ничегоненькие. Уже он все начинает сохнуть. Вроде как уже я согрелась. Так, ничего, 19 градусов вроде написано. Домики симпатичные. Пойдем с Поля домой пить хот-ти. Хот-ти. Хочешь это хот-ти? Чай. Да. Хот-ти хочешь? Угу. Do you want a hot tea? Угу, отлично. Идем. Говорят мне, Марина, плейграунд. А я думаю, что такое плейграунд? Играть на земле чешу. Марина, плейграунд. И вот смеются с меня. А я говорю, Поля, как переводится? Она говорит, Марина, детская площадка. Вот так вот. А я жду и смеюсь с ними. Сама не знаю, что они там на меня говорят. Вот какой-то ремонт идет. Что-то их тут красят. Подмазывают. Марина, плейграунд. Угу, плейграунд, иди. Давай плейграунд. Браунд. Это дикарь. Да не надо меня штрикать там. Никуда. Пальцами сами. В общем, вот такие дела. Такие хорошие джинсы, наверное, пойду, если там есть, пойду еще, наверное, возьму на размер больше. И пусть будут про запас. Такие полечка хорошие, нормально, удобно тебе. Такие ничего. Где там белки были, уже забыла. Где тут белки были? Что, не здесь они были? Там тоже какие-то дома строятся. Вот такой домик. Это я вам уже показывала, с этой дорогой мы уже шли. Я уже когда-то с ним. Ладно, пошли мы домой хот-ти пить. И сушу. Попозже расскажу про зуб. Что там и как там. Пока-пока.